Меня зовут Лиза. Вот уже 12 лет я работаю в группе «Мона Лиза». Утром каждый день я просыпаюсь, пью кофе, делаю зарядку. Делаю зарядку своему телефону. Гуляю с собакой и иду репетировать. Каждый раз мы с группой мечтаем о солдауте на нашем концерте, но пока это остается для нас лишь мечтой. Но несмотря на трудности, мы не останавливаемся и идем дальше. Мы верим, что 23 ноября в Санкт-Петербурге у нас все получится. Мечта станет ближе. Ведь вместе мы можем все.